Следующая песня о том, что во всем, что происходит, во всем плохом, что происходит в мире, виноваты люди. И наше поколение, возможно, последнее поколение на этой земле. Scum Generation. Следующая песня. Охуенно пафосное название. Прям пиздец вообще. Называется «Революция в наших сердцах». Вот. О том, чтобы поджигать огонь внутри, потом внутри себя, а потом зажигать остальных. «Революция в наших сердцах». Наверное, стать волны вас. Пусть человечество вперед.
За 2 секунды из обезьяны в человека. Бля, дыхалка не к черту вообще. Надо бросать курить. Давайте бас погромче чуть-чуть. Бас в монитор, пожалуйста. Почему не рефлекс? Короче, бля, меня прогнали со сцены, сказали нахуй пошли. Короче, следующая песня, наверное, для разрядки кавера на группу Warzone. As one.